7 декабря ученики школ встретились с ветеранами сил правопорядка и начальником полиции Юрием Гришиным. Юрий Алексеевич пришел в полицию Десногорска в 1991 году и начинал работу младшим инспектором уголовного розыска. Он также дал несколько советов ребятам на будущее. Пользуясь случаем, хочу обратиться вот к учащимся. Вы уважаете своих старших, прежде всего. Как вы ведете себя в быту? Как вы ведете себя на улице? На встрече школьники узнали историю создания Десногорской полиции. Бывшие сотрудники правоохранительных органов рассказали ребятам о непростых трудовых буднях в свое время и призвали ребят быть ответственными за свои поступки. Думать о том, какие шаги вы в своей жизни совершаете, и 5 раз проверить, а не будет ли каких-то негативных последствий. Поэтому будьте добры, будьте внимательны, будьте вежливы, не забывайте, что закон для всех един. Серьезные разговоры были разбавлены музыкальными подарками, которые подготовили участники коллектива «Ренессанс». Такой формат общения представителей разных поколений всем очень понравился. Мероприятие мне как бы понравилось, ну, побольше бы таких мероприятий на самом деле, потому что мы очень мало знаем о, ну, на самом деле, о полиции, там, о своей, ну, вообще, мы толком ничего не знаем. Мне больше всего понравилась жизнь вообще полицейских, то есть, ну, больше всего, ну, как бы, не то, что история, а именно вот как они защищали, то есть, именно вот их подвиги. Педагоги и полицейские готовы в будущем использовать такой формат общения для воспитания патриотизма у подрастающего поколения десногорцев.